А это что? Может быть, это она, может, это она. Возможно, надо проверить. Хорошо. Стейси, поиграй со мной. Стейси, ну пожалуйста. Мия, Стейси, давай поиграем в прятки. Да, да, сейчас. Вау. Мия, ты где? Она же только что была здесь. Где она? Я ее найду. Здесь нет. Здесь тоже нет. Здесь тоже нет. О, мне нужна помощь. Я пойду в полицию. Хорошо быть полицейским. А ну тихо! Помогите, помогите, помогите! Чем могу вам помочь? Я потеряла свою сестру. Вот как она выглядит. Я ее очень люблю. Пожалуйста, помогите мне ее найти. Ну я ж полицейский. Конечно, я вам помогу. Я найду вашу сестру. Спасибо, спасибо вам большое. Пойдемте, пойдемте. Мия! Кажется, я знаю, где она. Хорошо, хорошо. Думаю, что все это время она пряталась за шторой. О, спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Мия, при... Но это не Мия. Вы сказали мне, что это Мия. Вы наврали мне. Идите ее искать. Без паники. Пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой! О, я слышу ее голос! О, это просто видео! Это не настоящая Мия! А это что? Может быть, это она! Может, это она! Возможно! Надо проверить! Хорошо! Вот и она. Это не Мия, это Марти. Где же Мия? Может, там? Да, пойдемте проверим. Чтобы найти Мию, нужно думать как Мия. Что вы делаете? Думаю, мы очень близки. Ее здесь нет. Да, я тоже ее не вижу. И здесь нет. Где же она? О, я не знаю. Ее не видно. Later that same evening. Ох, не нашел, а вы? Нет. Нам нужно дальше искать. Не могу, уже темно. И моя смена, к сожалению, закончилась. Может быть мы... Поищем завтра. Без паники, все Но будет она окей. Она такая маленькая, нам нужно найти ее. Все в порядке. Подождет до завтра.
Ладно. Что же мне делать? Я никогда не найду Мию. Мне не следовало слишком много сидеть в телефоне. Мия? Мия! О, ты нашла меня! Мия, я так счастлива! Я так рада, что с тобой все в порядке! Я так люблю тебя! Я буду играть с тобой сколько ты захочешь, моя маленькая Мия!